Всем привет! Сегодня мы с Марусей. Помаши ручкой. Сегодня мы хотим вам показать все игрушки, которые у нас есть сейчас в наличии. То есть эти все игрушки можно приобрести. Все игрушки есть отдельными постами у меня в Инстаграм, но сейчас мы вам покажем их на видео. Первое, кого Маша вот показываем, это вот такая милейшая кошечка в таком милом платьишке, вязаном спицами. Здесь еще маленькие-маленькие бисеринки вышиты на платьишке. Вот такая вот миленькая-миленькая, и с такой фатиновой у нее юбочка на платьице. Следующее, что у нас? Следующее это, так как следующий год поросенка, то следующий у нас это такая вот хрюшка-сплюшка с такими закрытыми глазками. Полностью безопасная игрушка, подходит даже для самых маленьких малышей. Вот такая вот плюшевая, штанишки с ней можно снять. Вот, тоже за поросеночка. Дальше у нас вот такая вот мишка. В ногу. Вот. Мишка тоже вот такой грустный-грустный, ищет новый дом в таком вязаном платьишке. Ножки у нее подвижные, то есть Мишка может вот так сидеть. Такой милый бантик на головке. Вот носик. Ручки у нее подвижные, ножки маленькие, подвижные. Не шутка. Дальше это у нас плюшевый Мишка. А одежда у него связана из... Да, сейчас мы снимем его рюкзак. Вот, у него есть, давай покажем, отдельный рюкзачок. Рюкзачок тоже открывается, туда можно что-то маленькое положить. Вот, рюкзачок вешается на спину. Вот, одежда полностью снимается. Все на пуговках, шапочка, помпончик. У Мишки ручки-ножки не двигаются, все пришито, все можно, в принципе, всю одежду снять и с игрушкой использовать, не будем снимать, помпончик. И игрушку использовать как просто такую сплюшечку. Глазки у него на безопасном креплении, то есть ничего никуда не оторвется. Вот, в принципе, подходит даже для самых маленьких детишечек. Дальше это к наступающему уже... скоро Новому году. Вот такой, шапка не снимается. Вот такой Дед Морозик в колпаке. Он большой, он 50 сантиметров. Вот, он вязан спицами, поэтому он отличается и по вязке, и на ощупь от игрушек, связанных крючком. Вот. Вот такой вот под елочку посадить. Прям вот отличный дедушка. Дальше кто у нас? Дальше у нас две такие вот сестрички. Одна вот такая овечка, подержи, и одна вот такая вот розовая, одна такая персикового цвета и одна розового цвета. Вот такие вот овечки, две подружки, давай складываем. Дальше у нас милый, он такой невесомый, сейчас подожди, на ощупь поросеночек, сзади у него хвостик, он связан спицами из вот такой вот слегка пушистой пряжи. Ну, он просто вот, ну, не знаю, вживую он просто милота. Очень хорошенький, такой небольшой, с бантиком. Такой мягкий-мягкий и прям вот легкий-легкий-легкий очень поросеночек. Вот такой. Кто там дальше у нас? Пока Маша там открывает. А еще есть у нас такой кот, длинноногий, длиннорукий. Кот тоже подойдет даже для самых маленьких детей, потому что ничего у него, никаких бусинок, глазки вышиты, все пришито, никаких деталек мелких нету. Вот, потом покажешь. Вот такой вот киска из полухлопка. Хлопок и акрил. Давай сюда. Давай, единорога. Давай. Вот. Жирафа. Жираф. Жирафик. Ножки подвижны, ручки подвижны, вот такой вот жирафик, 35 сантиметров, большой, в штанишках и футболочках, футболочки. Мам, вот какой носик. Он голый. Да, сейчас, такой вот он сзади, такой красивый. Мишку. Дальше, мы уже показывали Мишку. Дальше у нас свинка. Вот такая вот не спящая, уставшая такая лежать свинка. Вот так вот она выглядит.
Вот такая вот милота, тоже ой, с, да, тоже с безопасными глазками. Вот она такая связанная из полухлопка, с хвостичком, с таким вот сзади. Вот такая вот хорошенькая, миленькая хрюшка. Дальше вот Машу разделом, ну мы заодно посмотрим, как выглядит единорожка. Прям вот совсем небольшая, маленькая такая девочка с подвижными ножками. Вот так она может сидеть.